Всем привет, с вами Вика, и добро пожаловать в игру The Visitor, посетитель. И вы подумаете, что эта игра будет про какой-нибудь магазин, про какую-нибудь парикмахерскую, кафе, но нет. Нет. Эта игра будет про пришельца, инопланетянина. Ну, наверное, так и называется, пришелец, то есть тот, который пришел, Visitor. Посещать, приходить. Ну, короче, все нормально. Пришелец называется. Теперь все стало на свои места. Потому что вот эту вот говнёшку оранжевую, я не знаю, как назвать можно посетителям. Скорее всего, это все-таки пришелец. Ну ладно, что ж, давайте уже приступать к этой игре. Но перед этим поставьте пальчики вверх и подпишитесь на мой канал заодно. Это не прощание, это просто. Ладно, я не знаю, честно говоря, о чем эта игра будет, поэтому сейчас я буду на все это реагировать. Что с моим лицом? Ладно, короче, не забыли поставить пальчик вверх и подписаться на мой канал, то можем продолжать. И, честно говоря, вы пропустили сцену, где, короче, метеорит вот так упал. Ну, там никакой сцены, впрочем-то, и не было, просто вот так вот в воду плюхнулся и все. Так что теперь это точно пришелец, он с Луны прилетел к нам. Ну да ладно. Такая лягушка, она уже убита жизнью, типа, отстаньте, господи, от меня. Ладно, у нас есть птица. Птица, ты что-нибудь можешь? Я могу клевать это дерево. Вау, какое оно, это, вкусное, офигеть. Вообще прям. Ладненько, молодец. Нам нужно как-то 100% сюда подплыть, а то как же мы уйдем? Да, господи, помогите нам. Help me. Help me, please. О, ветка. Вообще нормально. Все, иди сюда. Фига себе, он прыгает-то, не правда ли? Отлично, ну теперь к лягушке. И чё, мы проиграли, да? Нет, мы не проиграли, это отвратительно, мне уже не нравится. Это точно как ужасно растение будет. Фу, чё там за комары какие-то полетели. Так, здорово. Теперь мы птичку придется нам съесть, да, к сожалению. О! И что там, какой-то потайной вход или что проход? Что с птицей-то делать теперь? Окей, пусть клюет дальше. Мы же будем ставить удочку и ловить. Не правда ли? Опа-на. Лови. Почему ты не ловишь? Да вон там видно тень рыбы, она плывет сюда прямо. Окей. Давайте еще разок попробуем. И хоп. Почему она уплывает, я не понимаю. Съешь ее сразу же, чувак. А, ты хочешь... Ты просто улететь хотел. Ну ладно тогда. О боже, только не котик. Почему котик? Иллюминатий. Ладно, все, больше не буду так делать. Черт, нет, просто уйди отсюда. Дерзкие котяры, я смотрю. Пройди сюда. Фу. О, паук. Что происходит? Сейчас будет драка эпичная. Паук против кота. Ну, все, мы можем пока в это время пройти. Просто уходи. Ладно, мы не можем просто уйти. Я не хочу вредить тому бедному котику. И правда не хочу. Ой. Эпичная драка начинается. Червячок, запрыгивай куда-нибудь. О. Ты чё вообще офигел? Какой-то дерзкий котяра. Надо ему отомстить. О, какая-то точка. Так это ветка. Отлично. Что это такое? А чё мы делать-то должны тут? Ладно, у меня плохо получается битбоксить. Я пыталась. Ну и кроме вот этих дырек, чё как-то выбраться надо отсюда, наверное. Может, какая-то последовательность должна быть? Белый, синий, красный. Ой, всё, я не знаю. Как тут... Что вы сделать нам надо? Тут дырки, я поняла.
Вот это не такая вот эта дырка. Это синяя, это самая последняя дырка. Красная, это вот эта дырка. И белая, это вот эта дырка. Отлично, туда давай. О! Понажимала и норм, все. Ну что, валим отсюда? Кстати, они чем-то похожи. О, господи, я не могу натрещиться, ладно. Это жестоко, это отвратительная игра, она даже хуже, чем растение-убийца. Хотя нет, ничего не будет хуже растения-убийцы. Ну, это мы еще посмотрим, блин. Фух, теперь мы можем открыть, у нас появились руки. Только не собака, не трогайте ее. Это она или он? Опа-на. Ну все. Такая морда у тебя. Окей. Да не закрывай ты. Нет, не получается. Нужно тогда вот что сделать. Ну, ничего не происходит. Так. А, в блендер давайте. И сделаем сок. Ну и что, это симулятор готовки. Интересненько, интересненько. Быстрее заползай, заползай. Блин, это зачем-то нам все равно нужно. Нужно как-то отвлечь, что ли? Заползай. Может, лампочка должна упасть? Нет, 100% нужно отвлечь и что-то сделать. Опа-на, опа-на. А что тогда? Я могла же запрыгнуть. Все, я поняла, сейчас выполним супероперацию, мистер Огурец. Не знаю, зачем я ее так назвала. Делаем вот так вот. Ну, нажимай. Может, запасти надо было? Я последний раз попробую, честно, просто я не знаю. Может, так и должно быть. Нет, все равно что-то не так, что мы не так делаем. Нет, ничего не происходит. Опа-на! Ох, это жестко. Собака вообще не шелохнулась ей в самый раз. Мы должны... Это жестокая игра. Что мы делаем? А... Значит, холоднее и холоднее должно становиться, ясно. Вернее, ветер, это вентиляция тоже. И вентиляция, блин. Ну, окей, поползли отсюда. Хотя фиг ты поползешь, конечно. Как же. Куда еще можно жмакнуть? Опа-на. Ясненько. Ну что, поползли сюда. Два человека, птичка и рыбка. Сколько же тут должно пострадать существ. Такой, я слежу за тобой. Такая луна. Заползай, заползай. Не зря же она сюда приперлась. Это птица. Не зря же она освободила нам эту клетку. Поэтому заходи быстрее в нее. То же самое сейчас будет. Ох, вау, да он может это становиться то тем, то другим, то рыбой, то как ее. Короче, это пришелец человека, а нет, пришелец червя какой-то, лягушка, рыба, существо какое-то, вот. Че ты не можешь ее, да? О, запрятался. Теперь нужно, знаете что? Быстренько ее схавать. Сейчас ты начнешь летать. Он все с каждым разом страшнее и страшнее становится. О! А
теперь это выглядит более чем странно. Блин, бедный, я его сейчас так понимаю. Господи, бедняжка, ну тебе придется умереть, потому что иначе никак нельзя, к сожалению. Самый жуткий страх из большинства жутких страхов, знаете ли, заглядывать под кровать. Этот уже проснулся и удрал оттуда. Прыгай в окно, чувак, что ты ждешь? Лучше бы ты все-таки прыгал в окно. Че, конец игры? Че, все? Вы серьезно? И это все? Вся игра? Да ну, троллинг какой-то, че там? Совсем коротенькая игрушка была. Но впечатлений хватит еще, ребята, надолго, я так думаю. Так что, если игра показалась вам жуткой, не в том смысле, что там какой-то хоррор, а именно, что она какая-то очень стрёмная, мне показалось. Поэтому ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на мой канал. В комментариях можете предлагать свои игры, только не ссылками, а названиями. И еще все ссылки будут в описании, там в описании еще будет ссылочка на магаз, в котором вы можете покупать топовые игры по низким ценам в интернете. Самым низким ценам в интернете, отвечаю. За качество отвечаю, да? Ну и на этом точно все, с вами была Вика, всех люблю, целую, пока не заглядывайте ночью под кровать. Что, просто так? Пока.